Можно ли придумать имя самому? К этому вопросу существует два основных подхода. Первый подход так и говорит. Любое имя, которое вы называете человека, ребенка, это будет называться его именем. Теоретически можете называть своих детей по порядку. Первый, второй, третий, четвертый. Вы даже можете назвать ребенка стулом. Это тоже будет его именем. Только при этом следует принять во внимание, что потом ребенку придется учиться в школе, общаться с друзьями. И как будет выглядеть, когда вы будете называться таким именем. Поэтому нужно взять во внимание также, как с этим именем будет житься ребенку. Это первый подход, и так считал Рав Ильяшев. Второй подход – это только те имена, которые встречаются в Танахе, и те имена, которыми традиционно принято называть еврейских детей, это является именем. Любые другие придуманные имена – это не имя. И мы видим, что обычно люди поступают именно в соответствии со вторым подходом. То есть используют только те имена, которые традиционно используются и которые встречаются в Танахе. И это более важно, поскольку, как мы уже говорили раньше, что имя влияет на судьбу человека.